Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Гомель і Хуайань умацовують супрацовництво. Китайський город-побратим навідала гомельська делегація. Старшиня городського совета депутату Іван Бородінчик передав пропанови по розвитті супрацовництва на ближайші 2 роки. У їх ліку запрошення на уділ у маї гэта года у економічному форумі і міжнародній виставі «Вясна у Гомелі». Восінню гостей з Китая чекають на міжнародний хореографічний фестиваль «Сожський карагод» і форум молодих журналістів «Білий піар». До інших тем. У Лоївському районі пройшла акція Гомельського обласного відділення Білоруського фонду миру «Ми славим чоловіка мирної праці». 20 представників різних професій означені за пленну щоденну працю. Теплі слова подяки, приємні подарунки і виступлення колективу у мастацькій самодіяльності. Подробязності у Дмитра Котова. Перед початком урочистостей гомельские миротворцы наведали музей под открытым небом. Мемориальный комплекс, присвященный битве за Днепр осенью 1943 года. Тут яны усклали вянок у гонор героев-вызволителей. После у районном доме культуры распочалась акция «Мы славим человека мирной працы». Ее головная мета – пропаганда працавитости и любови до родной земли, повышение престижу працы сельского жихара, які забеспечивая харчовую безпеку нашей краины. Як означают организаторы акции, коли простого рабочего зауважишь и узнагородишь за его працовные достижения, это станет стимулом для будущих поспехов и прикладом для остальных. Я считаю, труд – это одно из такое основное качество человека. Если все мы будем трудиться, на каком бы участке ни были, непосредственно у станка, непосредственно специалист, руководитель, будем выполнять свою честно свои обязанности, конечно, будет единство, будет дружба, взаимопонимание, и будет большая у нас, если говорить в Белоруссии, стабильность и продовольственная безопасность. Акция «Мы славим человека мирной працы» на Гомельщине ладится у 9-й раз. Другий раз ее принимают на Лоевщине. На сцену выходили простые люди. Доярки, механизаторы, наставники, медики, социальные работники. Усе, кто каждый день проявляет соправдный працовный героизм и уносит свое имя в историю досягнения района. Усяго подчас урочистой церемонии узнагороджены 20 человек. Это как молодые специалисты, которые только начинают свой профессийный шлях, так и заслуженные работники. Я вот, когда сюда готовилась прийти, думала о том, что как много мне придется сделать, чтобы подтвердить вот такую высокую оценку моего труда. Я считаю, что это заслуга вообще нашего педагогического коллектива, нашего учреждения образования. И я просто выступала здесь как делегат от своего коллектива. Радостный и позитивный настрой усім подаровали талиновитые коллективы мастацкой самодеятельности. Особные слова подяки лаючанам за их працу выказали былые керовники региона. Здесь живут очень хорошие люди, и они очень хорошо работают. И то, что я сегодня здесь увидел, это просто замечательно. Это продолжение того подвига, героического подвига солдат на Днепре, их трудовой подвиг. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель» з Лоєва. С питаннями по теме тарифов на послуги жилево-коммунальной господарки жихары областного центра могут звернуться на горячую линию городской ЖКГ по номеру телефона 70-37-81. Так само горячие линии працуют у каждом из районов Гомеля. Задать свои питания вы можете с 8.30 до 20.00. А кроме того, эту тему обмеркуют и под час дня ЖЭУ, який пройдет во всех районах Гомеля завтра. Задать хвалющие питания можно будет особисто работникам городских служб ЖКГ, керавництву администрации района и представникам депутатского корпуса. До новинок культурного життя региона. У литературно-мастацким салоне «Сустрэши на Замковой» при Центральной городской библиотеке имени Герцена отбылся творчий вечер старшини Гомельского областного отделения Союза письменников Беларуси Владимира Гауриловича. У активе выдатника друку Беларуси 16 книг прозы и публицистики. А проша нашей краины выдания выходили у России и Украине. Особные творы письменника перекладены на немецкую и английскую мовы. Герои его романов и оповеданий – узвышенные люди с их житевыми проблемами. При этом финал твора «Шастей за все» оказывается нечаканным и зусим непредказальным. На думку Владимира Гауриловича, сегодня запотребованными заявляются все жанры – от историчных оповеданий до фантастики. Але белорусские письменники не повинны покидать без уваги и рычаисность. Правда, в этом выпадку затекавить шитача особливо складана. Врешті-решт, ти зацікавлений он читать про сегодняшний день, які, по сутності, он назирає у реальному житті.
Разом з тим, сучасні письменники не мають права відкидувати цю тему на потім, не зациклюватися на нейким історичним плані, хоча це так само тема вельми важлива, і писати про те, що відбувається вокруг. Гомельський державний театр «Лялек» рихтує нову постановку. Прем'єра спектакля «Коли я стану в облакам» запланована на 7 красавіка. Наші кореспонденти зазірнули за куліси. Артисти опранаються у костюми і рихтуються до виходу на сцену. До здачі спектакля є ще більш як тиждень. Гетого часу, кажуть, хопіть, каб довести постановку, калі не до ідеалу, то во усілякім разі зробіть цікавий для глядача. «Коли я стану в облакам» – сценічний варіант оповісті польського письменника Януша Корчака «Король Матіуш Перший». Гэта розказ об дітях, які загинули у нацистських концлагерах. Правда, з уліком узросту аудиторії ніяких страшних моментів не буде. Але калі хоч нехто задумається, то вже добре. Этот спектакль позиционируется как для подростков, скажем так, 10+. И для них, я не считаю, что это сложно, они должны это знать. И потом это облечено в какую-то художественную форму, да, это же не носит какой-то лекционный характер. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Я не считаю, что с детьми надо сюсюкать в искусстве в том числе. На новую постановку сегодня працуе увесь коллектив лялечного театра. У тем же швейным цеху, например, на костюмы выкорыстали каля 40 метров материалу. Шить для артистов, кажут, не вельми складано, але улишивать некие зауваги приходится. У бутафорской группы свои задачи. Реквизит повинен не просто отповедать теме спектакля, але и выглядать привабно. Коли мерковать по профессийной подрыхтовце специалистов, тут готовы выраблять декорации любой складанности. Але покуль реализовать усе идеи у театра лялек не могут. Установа размещена у былым палацы культуры. Глядельная зала находится на другим поверсе, а тому смонтировать под ее некие техничные конструкции просто немагчыма. Правда, у администрации спадзяюцца, и гэтая проблема с часом вырашится. Конечно, театральный зал должен быть на первом этаже, должна быть колосниковая группа, должна быть нижняя механизация сцены. Сделать это, к сожалению, в наших условиях невозможно. Мы надеемся, что когда-нибудь, когда минет кризис, будет достаточно средств, мы планируем делать реконструкцию нашего здания с пристройкой к нему театрального зала. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Размова об репертуарной политике, выниках работы и планах Гомельского державного театра «Лялек» позже сегодня в черговой программе «Диалог». Гостем студии станет директор театра Дмитрий Гарелик. Программа видеоэфира одночасова на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4» в 18:45. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона прямого эфира в Гомеле 77-68-45. Основные выники работы спортивного товариства «Динамо» подвели сегодня у Гомеле. В управлении внутренних справ прошла 25-я позашарговая конференция и посяжение Совета областной организационной структуры Белорусского физкультурно-спортивного товариства. У целом, у минулым годе областная структура «Динамо» спрацевала выдатно, выконавши все наиважнейшие показчики. Однако застались опытания у экономичной деятельности, необходимо удосконалить материально-техничную базу. Подчас конференции так само узнагородили лепших. Тих, хто усе професійне життя присвятив «Динамо», тих, хто опошній час досягнув значних спортивних вишень. Були підведені виніки обласного конкурсу на лепшу організацію роботи, влічуючи усі виступлення у особисто командної спартакіаді. На третій позиції – інженерний інститут МНС. На другім рядку – команда обласного управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Перемогу отримало управління внутрішніх справ. Спортсмени «Динамо» неодарено показали себе на різних аренах і у особистих. Три сотрудника выполнили норматив мастера спорта. Что это? Это что касается служебно-прикладных и военно-прикладных спорта. Один человек выполнил норматив мастера спорта международного класса. 10 человек выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Что касается спорта высших достижений, у них там наиболее большие результаты. Выполнили мастера спорта международного класса 2 человека, порядка 10 человек выполнили норматив мастера спорта, 17 человек кандидатов мастера спорта, ну и массовых разрядов. На этом выпуск завершены. У студии працавала Маргарита Шбукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.